Это ни о чем. Проще завалить маленькую уру, которую нанести там тоже 20 с лишним ударов, но ты это сделаешь все-таки. Просто встань на месте, я буду тебя кусать. Иди сюда, проклятая Ава. Ты меня нервируешь. Блин, да сколько же можно тебя убивать? Я уже... Слушай, надо было взять калькулятор и вести подсчет. Сколько ударов можно нанести великом, чтобы повалить целую Аву? Ну а перед началом данного ролика хотел бы вам посоветовать атмосферный сервер Динотопия, на котором всегда весело и вы можете с большим удовольствием поиграть, пофайтиться, просто найти хорошую команду для крутого времяпровождения в мире The Isle. На серверах часто проводятся атмосферные ивенты, в которых ты можешь принять участие. Также у ребят есть свой Discord, отзывчивая администрация и адекватные игроки, простые правила. У ребят есть свой сайт, на котором ты сможешь приобрести любого Дина за адекватную цену, положить в хранилище и прочее. Все ссылочки будут в описании, ну а мы начинаем. Привет всем, ребята, вы на канале SkyTop Games, в эфире у нас The Isle, и сегодня мы поиграем за миленького вот такого маленького велоцираптора, которого все так и норовят сожрать в мире The Isle. Кстати, да, посмотри, посмотри, какой он прекрасный, малец. Я вот не понимаю, почему его нельзя сравнить с Ютараптором. Вообще он имеет большие привилегии быть стайным динозавром. Посмотри. У него такие большие лапы, боже. Обалдеть. Слушай, мясистые ноги, но вообще это шустрый динозавр должен быть. Так вот у меня вопрос, почему его не внесут также наравне с ютарапторами, чтобы он был в выборе меню? Ну, конечно, да, я согласен, что его рост очень маленький. Может быть, им дико играть, но если собрать какую-нибудь команду, то, в принципе, можно побегать, пофайтиться. Это было бы здорово весело. Велики, велики, велики. Только в виде бота ты можешь существовать больше. Наверное, только я такой один идиот, который может выбрать велоцираптора и играть в мире The Isle за него. Да, стать кормежкой очередной какому-нибудь хищу. Так, я хочу посмотреть, подожди. Оу, там гейзеры сверкают как, обалдеть. Так, вес у нас 25 килограмм, битфорс 5 ньютонов. Скорость передвижения 30 км в час. Малец. Что-то пошло не так, наверное, когда тебя пытались состряпать твои родители, да? Смесь какого-то... Папа, наверное, был ютараптором, а мама, я не знаю. Так, надо попить. Вообще, как бы я бы сказал, наверное, в принципе, играбельный Дина. Но при его маленьком росте и небольшой скорости, плюс у него маленький битфорс, это было бы, наверное, нереально выживать в этом мире. Подожди, у нас там, по-моему, тушка мертвой Авы. Или тушка... Не пойму, Трайк, что ли, маленький мертвый. Стой, подожди, надо подойти. А, это мертвая Ава. Мне интересно, а кто это сделал? Слушай, мне кажется, я здесь, наверное, не один уже. Надо быть поаккуратнее. Ладно, давайте поедим и двинемся дальше. Кстати, я буквально только что поел, и, блин... Я всего лишь находился минут 5, наверное, на гейзерах, и, блин, я опять голодный. Так, у нас впереди, по-моему, еще вон там он... Какой-то хищник, но кто это, я не могу разобрать. Блин, мне бы еще попоесть. Ты такой маленький, но прожорливый, зараза. На кого он охотится? Мне кажется, он выжидает более крупного хищника. Да, сейчас будет неловкий момент, если я побегу вылавливать ору. И этот хищ выдвинется сюда. Ну, вроде бы нет. Вроде бы он ушел. Так что есть у нас сейчас замечательный момент поохотиться на маленьких орок. И по-тихому, по-быстрому их сожрать.
Да, с таким битфорсом, малыш, ты, блин, далеко не уйдешь. А да, мой маленький. Ты довольно-таки слабоват. Я, по-моему, даже не прокусил ее, хотя, по-моему... Хотя, по-моему, на ней есть уже царапины, да, я вижу. Давай, давай, малыш, кусай, кусай быстрее, пока нас, не, блин, не съели. Ну уже, давай, ну ты что, ты, у тебя зубов, что ли, нету? Наконец-то. Прокусил. Я даже запутался в ударах, сколько я ее кусал, сколько нанес я ей ударов. Ох, блин. По-моему, мне показалось, что там на горе стоял аллозавр. Хотя я могу ошибаться. Нет, вроде был аллозавр, 100%, да. Но почему он не пошел ловить ботов? Хотя он видел и меня. Ну, да, он меня тоже, наверное, посчитал за бота. Так, ну я думаю, есть, в принципе, вариант сходить в его сторону, посмотреть, что там. Возможно, там какой-нибудь крупный файт. Все, на этом достаточно, нужно уходить отсюда, да. Надо не забывать, что меня все считают здесь сейчас за бота. Интересно, в какую сторону он пошел? Что мне нравится в Велоцирапторе, у него очень быстрый нюх. То есть буквально за долю секунды он вынюхивает все. Посмотри на этого малыша, какой он красавец. Да, конечно, при таком росте, который у него был, по-моему, всего лишь там 60 сантиметров в высоту, 180 сантиметров в длину, это ни о чем. Так, подожди. По следам аллозавра. Так, я, в общем, не успел выйти на аллозавра. Я не знаю, он куда-то стартанул так очень быстро. Возможно, он погнался за каким-нибудь травоядным. Короче говоря, я упустил его след. Ну и фиг с ним. Не будем рисковать своей жизнью. Жизнь у нас здесь всего лишь одна. Если я потеряю велоцираптора, у меня будет очень бомбить. Короче, идем в сторону Титана. А вот... И посмотрим, что там есть. Может быть, Алекс стартанул туда? Велоцирапторы в этой игре, они все-таки недооценивают свои силы. И всю скорость бега они не применяют, как применяю ее я. То есть я на полном шифте бегу быстрее, чем они, когда за ними гонишься. Да, реально. Если бы они применяли бы всю скорость передвижения, то, конечно, немножко было бы... тяжелее поймать их. Так, подожди, мне нужно попить. Мне нужно попить воды. По поводу жажды и голода, наверное, я уже говорил. В принципе, я немножко ошибался. Голод у него держится достаточно долго, а вот проблемы с водой, да. Воды требуется очень много. А, и, кстати, знаете, чем отличается бот Велоцираптор от моего бота? Он все время молчит. Так что, голодные хищи, даже не надейтесь на лакомый кусочек. Ну, если хотите, конечно, я могу опробовать. Да, мне даже это интересно будет. Вау. Слушай, мне сейчас показалось, или он с разворотом остановился? Так, подождите-ка, у нас там, по-моему, еще один велоцираптор и дилочка, стой, вот от дилочки мне неприятности не нужны. Я вроде бы как бы услышал звук авы, хотел на нее поохотиться, конечно, я не знаю, сколько бы нанес ей ударов, наверное, плюс 150 тысяч, но я хотел попробовать это, но вот дилка здесь вообще ни к чему. Попробуем подобраться поближе и посмотреть. Надеюсь, меня не сожрут, блин. Я не стану жертвой для дилки. Так аппетитно отобедала и сидит себе спокойно в кустах. Давай, иди прочь отсюда. Давай, дилочка. Я тебя умоляю.
Слушай, а можно подобраться как-нибудь поближе и стащить кусок мяса у нее прямо из-под носа? Заава, я сейчас точно не погонюсь. Я лучше подожду, пока Дила уйдет. Так, ну что же, вроде опасность миновала, Дила ушла. И мне нужно насладиться сладким кусочком мяса. Дилка, по-моему, пошла на водопой. Давайте по-быстрому переместимся. Где она тут сидела? Вот здесь, да, по-моему? Блин, ты мне ничего не оставила, что ли? Я думал, хотя бы маленький кусочек велоцираптора ты мне оставишь. Стой. Все-таки надо посмотреть, куда опасность миновала. Дилки, да, дилки довольно-таки тоже быстрые. Ладно, не суть, давайте найдем себе что-нибудь тоже поесть. Угу, 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 она попалась, авушка попалась. Интересно, сколько ударов нужно нанести великом, чтобы завалить большую аву? Весом, по-моему, в тонну. Можно вести отсчет уже. Кстати, ты заметил, как она передними лапками пытается бить жертву? Прямо как Тереска, когда файтится с другим Дина. Ой-ой-ой, стой, стой, стой. Угу, попалась, 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 родная. Если я повалю целую аву, это будет пиршество. Это будет пиршество на целый год даже, я больше скажу. Давай, давай, давай. Кусай, кусай, прокусывай. Да, кстати, ребята, если вам понравится эта серия, то мы обязательно постримим и поиграем на великах. Я думаю, это будет прикольно, почему бы нет? И даже, может быть, погнездимся. Только не забывайте, что гнездование разрешено на Динотопе субботу, воскресенье, 5, 15 и 25 числа. О, ну иди сюда, моя жертва. Да, такие огромные куски туши, сардельки, как там мне пишут в комментариях в чате, это просто нереально завалить велоцираптором. Одним, по крайней мере, велоцираптором. Блин, у меня еще кончается стамина. Ну иди сюда, жирная сарделька, я тебя все равно поймаю. 150-й удар, наверное, прошел уже. Но я не могу. У меня уже начинает бомбить. Так, короче, мне нужна стамина, мне нужно отсидеться. Я такой себе сижу спокойно в елке и смотрю, как это ау из стороны в сторону носится. По-моему, даже никакого урона-то я особого не нанес. Да, что ты там сможешь сделать с битфорсом 5 ньютонов? Боже, это ни о чем. Проще завалить маленькую уру, которую нанести... Там тоже 20 с лишним ударов, но ты это сделаешь все-таки. Просто встань на месте, я буду тебя кусать. Иди сюда, проклятая ава. Ты меня нервируешь. Блин, да сколько же можно тебя убивать? Я уже... Слушай, надо было взять калькулятор и вести подсчет. Сколько ударов можно нанести великом, чтобы повалить целую аву? Мне кажется, сейчас быстрее вернется сюда какая-нибудь дилка. И мне кажется, нас двоих она просто искромсает, пока я бегаю за этой авой. Блин, боже, бесполезный ты бот! Что с тобой делать? Все, я сейчас не смогу, я уже просто сейчас психану и просто уйду от тебя. Сколько можно? А ты представляешь, короче говоря, если атаковать какого-нибудь... того же Рекса, который просто будет стоять и не будет сопротивляться. Сколько ударов ему нужно нанести? Около 5000 или около 10000? Мне интересно. Иди сюда, Ава, я тебя добью. Бесполезное ты животное. Ну что ты, давай прокусывай его, давай даже в прыжке. У тебя мощные передние лапы, у тебя когти на ногах. Ты посмотри, ты должен разрывать жертву. Ты просто должен... По идее, он просто должен вцепиться в нее. Я не знаю, выпустить все потроха из нее. Но он даже ничего этого не может сделать.
Бесконечно, просто бесконечно можно вот это делать, посмотри. Это просто, я не знаю. О боже, все, ты мне, короче, надоел, все, я даже не хочу с тобой больше дружить, иди, пошел вон отсюда, все. Я пойду искать маленькую Ору, которая где-то здесь неподалеку бегала. Ну вот это уже по зубам моему велику. Иди сюда, моя курочка, иди сюда. Стой, стой, стой на месте, не будь ты такой тупоголовый, как этот гребаный овоцератопс. Тебя-то я смогу прокусить, да, родная? Иди сюда, я тобой отобедаю, отужинаю, и уже пора баньки мне. Все, давай, 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 прекращай, прекращай. Остановись на месте. Да встань ты уже на месте, боже, глупое животное. Бесполезный динозавр, реально бесполезный динозавр. О, я сделал это. В общем, ситуация такова, что я не смог съесть того бота, я не знаю, в чем причина, но, короче говоря, пиршество на этом не заканчивается. И у нас еще тут маленькая орочка появилась, которую я могу съесть. Давай, давай. Слушай, за ней бежит Ава. По-моему, Ава уже бежит за мной, а я бегу за Орой. Где ты, маленькая малышка? Иди сюда, маленькая крыска. Ну, блин, велоцираптор. Ты действительно недооцененное существо. Примерно вот так это происходит. Фух. Ну что ж, сейчас я набью кишки, наверное, свои велоцирапторные, и на этом, и, наверное, я закончу. Ну что же, друзья, давайте, наверное, я на этом закончу. Всем, кому понравилось, обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, дабы не пропускать новые видео. Всем пока. Удачной охоты. Пока-пока.